Головная боль возникла после пандемии короны. Помните, как нюх пропадал? Вот эта частичка отвечает за восприятие запаха. И она находится непосредственно под головным мозгом. Только в англоязычном сегменте больше 270 тысяч научных работ о том, что головная боль возникает после короны. И вот я прочитаю сейчас, процитирую, что говорит исследование. После того, как у вас пропадал нюх, вы плохо чувствовали запахи, с вероятностью 50% начнутся хронические головные боли. Это один из инвалидизирующих симптомов. Помимо головных болей беспокоит усталость, когнитивные расстройства, головокружение и бессонница. По статистике, у большинства людей беспокоил висок, затылок, иногда отдает в глаз. У трети пациентов пульсирует головная боль. Это базовые исследования, и следом же выпускаются новые рекомендации по лечению головной боли. Ребята, как раз эти протоколы я использую. Американцы, они знают, как лечить головную боль. Рекомендуют ботулинотерапию по протоколам лечения головной боли и поэтапное устранение этого. Вот вам и ответ, почему в последнее время головные боли встречаются все чаще. С вами доктор Родион.